Krishna Hare 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 Hare.
Thank you.
Православных людей, это Господи, да, Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И когда повторяет христианин эту молитву, он вкладывает все свое знание Библии, все свои следования, десяти заповедям, всю свой образ жизни православной в эту замечательную молитву. Также и мы, когда поем Хари Кришна Маха, мантру, нашу главную молитву, также вкладываем весь свой образ жизни, все, что мы прочитали, все, что мы реализовали, все, что мы передаем от своих наставников, вам всем окружающим. Вот мы поем Маха мантру, а передаем вам все, вот пример, свой весь, чтобы вот вы тоже вдохновились, вот, кирпичане, как сказать. Вот. Поэтому давайте как можно строже следовать духовной практике, как можно лучше передавать своим примером это знание друг другу. Арибо! Не-не, я говорю, что всем говорю. Я говорю всем, всем. На все четыре стороны света. Дорогие христиане. Я всем, всем. Всем вам. Прямо чувствовала, что не выдерживает.
Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Thank you.
Thank you.
Thank you.